Так, всем привет. Так. Сейчас где-то пол четвертого, то есть 16, то есть 15:30. Район 32 градуса у нас там. На самом деле больше. Тихонько. Ну, 35, наверное, будет 37. А мы идем к морю. Немецкий на море. Море сегодня спит. С утра было намного тихо. А вот сейчас она немного волнуется. Он как бы. Сейчас пройдемся к морю. Попробуем пройти. Рядом водичку померяем. Вода теплая уже, я чувствую. Намного теплее, чем. Даже. Чем даже утром даже. Море с ней теплое вообще. Офигеть. 30. Все. Хочу вам. Я вижу температуру, но сейчас мы дойдем. Это просто мелко как-то. Очень мелко. Но вода теплая. Больше, наверное, 30 градусов. Еды много. Купаются там вон дальше сюда. Молния бьются об ноги. О, движение. Так. Очень большая температура. Пойдемте дальше. Мне все равно интересно, сколько сегодня температура воды на больших волнах. 31,5. Ну вот сейчас вот по колено шли. 31,5. Сегодня 4, но потихоньку падает температура. Надо горить от волн. 31,5 надо. Чуть. Она мне не сбила. Ну, вообще нет. Море вообще. Бомбическое. Ну, правда, волны. Ой, что он будет, а может, не просто волны. Хотя, что-то... Пушки ходят вокруг. Это там нету, в той стороне. А где? Именно. Вторая береговая линия, там тучки. Тучки небольшие ходят, но они так себе. 31,5 моря сегодня, очень теплое, но в районе 32 градусов. Хотя это очень много. Такого я еще не видел, как было. Вот оно и было когда-то, но... Я на своем отдыхе, вот не помню, как раз ездил здесь недавно. Нашел. А так, блин, кайфово просто. Водичка супер вообще. Классно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Юрий, до новых встреч.